17 новых автомобилей «Нива» и 40 «Лада Гранта» поступили в распоряжение 32 больниц и поликлиник Самарской области. Автомобили предназначены для оказания неотложной помощи. Еслям Темралиев работает водителем в поликлинике уже почти 20 лет. За это время приходилось управлять разными автомобилями. Признается, есть с чем сравнить. Теперь осваивает новенькую «Ниву». Машина оборудована, гидроусилитель, кондиционер. Отдельное отопление идет на будку, климат. Полностью все, что нужно для машины, есть. Пневмоподвеска, все. Все для водителя, даже регистратор есть. Три автомобиля отправятся в 15-ю Самарскую поликлинику. По словам главврача Анны Дзюбайло, за последние 4 года в поликлинике полностью обновили автопарк. Конечно, это большое подспорье в лечебном учреждении первичного звена. Мы выполняем огромную работу, в том числе на дому. То есть мы на сегодняшний день большому количеству населения, пенсионного возраста, пожилым гражданам, маломобильным гражданам, инвалидам оказываем помощь на дому, плановую, неотложную. И на сегодняшний день, конечно, это очень актуально. В торжественной обстановке ключи от автомобилей главврачам медучреждений вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в этом году медучреждения региона получили 97 автомобилей. 40 из них губернатор вручил месяцем ранее. Я очень рад, что мы продолжаем программу модернизации первичного звена здравоохранения. Когда-то Самарская область первой в стране ее начала. За последние годы мы полностью обновили парк и скорой помощи, и неотложной помощи. Обновление автопарка медучреждения первичного звена стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения, реализуемому по решению президента. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.